дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами. Под таким девизом трудится сегодня коллектив Надвоицкого алюминиевого завода. Успешно выполнен план первого квартала. Этот успех не случайен. В прошлом году на заводе были досрочно введены и освоены новые мощности, причем без увеличения численности рабочих. Двум видам продукции, алюминию и силумину, присвоен государственный знак качества. За успехи во всесоюзном социалистическом соревновании группа передовиков производства удостоена высоких правительственных наград. Кавалером Ордена Трудового Красного Знамени стал литейщик Павел Петрович Поздняков, ударник коммунистического труда. Среди награжденных электромонтер кремнепреобразовательной подстанции Михаил Григорьевич Каретин. И старший электролизник Вениамин Григорьевич Леонтьев. Методы новаторов становятся достоянием всего коллектива.